Более 4000 доноров в Чувашии получили ежегодную денежную компенсацию. В этом году с учетом повышения она составила 13 тысяч рублей. На 106 почетных доноров в республике стало больше. Именно столько получили звания в 2016 году. Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждается человек, который бесплатно сдал кровь или плазму 40 и более раз. Всего в Чувашии более 12 тысяч человек сдают кровь. Кроме ежегодной выплаты, почетные доноры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, неочередное оказание медицинской помощи и первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок.